Всем привет, дорогие подписчики! С вами Наташа Словения и мое следующее видео, посвященное дальнейшему рассказу о Юговой Юле, о Евгении Ходченкове и о моем развитии, то есть моя трансформация, следующая часть. Значит, мои открытые группы ВКонтакте и Инстаграм я успешно продвигаю по сегодняшний день, пока что на бесплатной основе. На сегодняшний день еще продолжается мой квест с Юговой Юлей. Я говорила вам в прошлом видео, что купила курс Юговой Юлей. Это продвижение Инстаграм в социальных сетях. Для чего это мне было нужно? Для тех людей, которые более продвинуты в интернет, ну, имеется в виду социальные сети, вот эти вот все страшные названия, такие как Яндекс.Маркетинг, CMM-продвижение, все это продвижение в сетях. И те люди, которые, допустим, постоянно в социальных сетях, которые чатятся, им, допустим, этот курс, возможно, и не понадобился бы. Для меня социальная сеть – это, по большому счету, общение с друзьями, то есть какая-то личная переписка с теми друзьями, с которыми я не могу увидеться, встретиться, созвониться, я с ними переписываюсь. Вот это вот была главная цель моего местонахождения. Поэтому для меня этот курс был важен. Я рада, что я его приобрела. Юля показывает азы, то есть да, она действительно то, что она говорит, она делает. То есть она показывает, что должно быть, она рассказывает, какие есть хэштеги, она рассказывает, какие есть блогеры, биржи с блогерами известными, очень и не очень известными. То есть от степени известности блогера зависит, сколько вы должны будете оплатить за тот или иной пост в блоге блогера. Ну, я извиняюсь за такой вот каламбур. И как бы вся эта информация есть, и самое главное, что вы ее не должны запоминать, она у вас есть в письменном виде, то есть вы к ней возвращаетесь обязательно. Я хочу сказать, что вы должны к ней обязательно возвращаться, потому что если вы ее, допустим, прочли раз или вообще прослушали, да, аудио я имею в виду, и больше никогда к ней не возвращаетесь, то ничего не получится. То есть для успешного продвижения в сетях, еще и бесплатного, как в моем случае. Самое главное условие – это быть в этих сетях и это продвигать. Если это делать каждый день, если иметь какую-то стратегию, тактику, то у вас все получится 100%, даже не сомневайтесь, с любой группой товара, с любой выбранной нишей. Смотря, конечно, как получится, то есть на что вы рассчитываете. Возможно, вы рассчитываете заработать миллион долларов с продажи каких-то газет, я вам не скажу точно, сможете ли вы это заработать. А вообще очень и очень неплохой тренинг, мне он понравился. Допустим, я бы посоветовала Юлию больше для женщин. Почему? Потому что все-таки она больше для женской аудитории. Она больше объясняет вот такими вот уже такими доступными фразами, то есть у нее нет вот этих вот слов, которые ты можешь не знать. То есть, допустим, мне было не стыдно спросить у Юлии, что такое хэштег. То есть это решеточка, которую используют в Инстаграме, в Ютубе, да вообще везде уже используют эту решеточку. Это хэштег. Я, допустим, не знала, что это хэштег. И я этого не стесняюсь. Ну, как бы зачем мне это знать, если я этим не пользуюсь? Хотя, с другой стороны, возможно, мне должно быть и стыдно, потому что старость не радость. Нужно знать. Нужно все знать, нужно все уметь. В нашем мире нужно учиться постоянно, даже если ты на пенсии, я так считаю. Не хочешь, значит, заставлять себя научиться, потому что ты очень быстро сейчас человек деградирует, если он ничему новому не учится, не переучивается, он немедленно уходит вниз, да, как раньше. А он, я не знаю, со скоростью звука он куда-то вылетает вообще на обочину. Поэтому сейчас надо быть очень и очень таким подкованным, постоянно изучать, постоянно читать, все знать. Ну, такова жизнь, ничего не сделаешь. Значит, я немножко отвлеклась от темы, я извиняюсь. Юлия Югова, ее
квест, ее тренинг. Я его купила за 1400 гривен. Жалею ли я о потраченных деньгах? Нет, не жалею. Я сейчас прохожу тренинг, я узнала то, что я хотела узнать на первых порах, и для меня на самом деле этого достаточно на сегодняшний день, потому что я хочу изучить то, что мне, какую мне информацию подали новую, я хочу это все на практике применить, и потом я уже вам скажу результат, к чему это все привело, потому что результата вот так вот за один день не может быть. Ну и то, на сегодняшний день, допустим, у меня было 50 подписчиков, стало 330, я думаю, что тоже есть как бы разница небольшая. По продажам ничего не могу сказать, еще пока что никаких продаж нет, еще пока что интереса нет. Считаю, что с подписчиками в 330 человек мне еще рано идти на сайт Благун. Но все будет. Я была на Благуне, немножко мне тяжело там, я не поняла, как мне подать заявку. Я заявку вообще никак подать не могу, я могу только подать рекламную кампанию. В общем, немного я запуталась. Написала в службу поддержки на сайт Благуна. Буду смотреть, что мне ответят. Это то, что по Юлии Юговой. Она еще предлагает свою франшизу, она еще предлагает другие CMM-продвижения. Но я так понимаю, что все идентично, возможно, есть некоторые различия. Посоветовала бы вам посмотреть ее бесплатный вебинар. Если вам подходит она как спикер, то тогда уже покупайте курс, покупайте франшизы, пробуйте. Я еще раз повторяю, у вас все получится, только надо делать. Если вообще ничего не делать, ну не может получиться ни у кого и никогда, вы сами это знаете. Дальше хочу еще остановиться на минуточку буквально на Евгении Ходченкове. Кто это, почему он столкнулась с ним случайно? У него есть, значит, сайт «Лаборатория бизнес-кейсов», сайт закрытый, то есть есть немного информации бесплатной, и в основном вся остальная информация платная. На нее вы можете подписаться за доллар, за 2 недели это пробные статьи, и потом, значит, с вас будут списывать 1400 рублей в месяц, это в районе 600-700 гривен в месяц на украинские гривны. Для прочтения информации. Для кого эта информация? Эта информация подойдет для действующих предпринимателей, для бизнесменов, чтобы всегда быть на гребне волны. То есть информация действительно ценная. Ее надо читать, ее надо знать и надо подписываться на этот сайт. Другое дело, что на сегодняшний день я не могу себе позволить подписаться пока что на этот сайт. И, ну, это временное явление. Я не скажу, что я никогда не подпишусь. Евгений меня зацепил. Очень много полезной информации он предоставляет. И вся информация очень, вот он вот так вот спокойно, ровно все рассказывает. То есть он не импульсивный. Он очень спокойный. Он очень уравновешенный. Он не распыляется. То есть все планомерно и очень-очень-очень много чего почерпнула. Я тоже смотрю его тренинг «Твой старт». Это абсолютно бесплатный тренинг. Он идет на протяжении 2 недель. То есть мы встречаемся там, по-моему, 5 раз всего. Но это если вы дойдете до 5-го раза. Там надо зарегистрироваться в Телеграм, зарегистрироваться в Перископе, зарегистрироваться в Инстаграме. В общем, во всех социальных сетях. Ну, не в тех социальных сетях, а именно в продвинутых. Вот, допустим, в Перископе я зарегистрироваться на сегодняшний день не могу, потому что у меня нет 6-го айфона. То есть надо Android 6, либо я не помню, какая операционная система стоит на айфоне, потому что у меня все время Samsung. Поэтому пока что так. Тоже порекомендовала бы вам его. Это то, что по моей трансформации. Не знаю, видите ли вы изменения во мне или нет, хотелось бы это узнать. Кому не тяжело, пишите комментарии, какие изменения, что полезного для вас вы почерпнули в моей трансформации. И призываю вас развиваться, расти вместе со мной. Если есть какие-то, возможно, замечания в мою сторону, тоже буду очень рада их послушать. Так что всем желаю хорошего дня. С вами была Наташа Словения и новая часть моей трансформации. Всем peace!
Пока-пока, хорошего дня!